Школе подарили мультимедийное оборудование. Проектор – требования образовательных стандартов. И теперь ребята смогут смотреть учебные фильмы, а учитель – составлять методические программы с помощью ноутбука, который идет в комплекте. Все идет вперед, и современные методы обучения тоже не стоят на месте. Мы тоже понимаем, у нас тоже есть у всех дети, у кого-то есть внуки. И тоже знаем, что детям в школе преподаются при помощи ноутбуков и каких-то цифровых гаджетов. Благодаря разрезу «Березовский» наши уроки будут проходить на самом высоком уровне требований ФГОС. И мы в этом уверены. И я говорю большое спасибо от всех учащихся нашей школы.